Чик. Всем привет, друзья. Чики мои. Юлечки мои. Здрасте. Ну чё. Поболтаем. Что как? Ну как вам дела? Рассказывайте. Всем доброе утро. Натуша Алексеева, привет. Всем привет. Я уже успел сегодня поиграть. Здравствуйте, женщина без лица. Как дела? Нормально. Я уже поиграл в клубе. Помахались. Здравствуйте. Уже успел поиграть в клубе. Поисить людей. Приехал на работу. Сейчас покушаю и буду работать. Такой молодец. Мне кажется, скоро с ума сойду от усталости. Очень много работы. Но ничего страшного. Мои годы еще впереди. Когда буду отдыхать. Как у кого день? Как у кого день проходит? Спасибо. Что за работа-то? Ну, одна работа у меня, все видели, наверное, в сторисе. Я играл музыку. Сам женщина. Но не мужчина же. Хотя, знаешь, только голос мы твой знаем. Так-то мы не знаем, что скрывается за маской волосяного покрова. Виталька, привет, приятного аппетита. Спасибо большое. Короче, у меня история. Я, значит, иду. Сейчас по центру. Иду на работу, еду. Вот. Подбегает ко мне парень. Такой, о, привет, братишка, ля-ля-ля. Удалившись пару минут. Внимание. Я такой, что случилось? Он такой говорит, слушай, тут, короче, чай. Вот, просто попробуешь, зайдешь чаю. Зайдешь, попробуешь чайку. И все, это ненадолго. Вот. Я такой, окей. Он такой, шик-чик, а куда идешь? Я говорю, ну, я выиграл только что в клубе. Он такой, о, в каком клубе? Я ему говорю, в таком-то. Он говорит, а что это наушники, поцы, аэрпоцы? Почему не диджейские? Я говорю, слушай, ну я устаю немножко от громкой музыки. Но... Я говорю, я так, чисто в поцах. Да, я в Питере. Но он такой, понятно, ля-ля-ля. Но он говорит, типа, заходи, чай попьешь. Ну все, чисто для отметочки. Я говорю, хорошо. Я прихожу туда, там куча народу. Естественно, я узнаю, что из проекта Дом-2. Такие, вот эти все лица. Что типа, блин, что ты тут делаешь? И, короче, давай ко мне пристала. Но... Попробуйте наш чай. Она объясняет, попробуйте, значит, пуэр. Я говорю, хорошо, попробуйте красный чай. На, попробуй пуэр. Такая, вот вам эта банка, все бесплатно. Берите баночку. Вот тут уборочка. Берите баночку чая, бесплатно все. Дает мне красную там чашечку, я красного выпиваю чая. Он такой, типа, не тонизирующий, а... То есть, как сказать, с какими-то там феромонами красный чай, какой-то там, знаете, возбудительный чаечек. Но... Я говорю, о, спасибо, такие две банки дают, ну, вот, но, говорит, они говорят, они стоят вообще 5800, но я вам отдаю, вы только напишите, пожалуйста, отзыв хорошей компании, вот вам еще на 1000 рублей, вам абонемент, чтобы в этот магазин чая, я говорю, круто, я такой, я иду с пакетом чая, они говорят, стойте, они говорят, а вы точно нам отправите, я говорю, что отправите, как, ну, надо 1800 отправить, типа, за чай, я такой, в смысле, я говорю, вы же сказали мне бесплатно, вот, держите, там, только за это, сам, за отметку, она говорит, нет. Я такой, блин. Я говорю, девушка, я говорю, у вас такой коммерческий ход, интересно. Я говорю, вы подошли бы ко мне и сказали, слушайте, молодой человек, заплатите 1800, тогда мы вам два чая, безлично вот этой всей демагогии, всего этих разговоров. Он такая, да? Он говорит, ну ладно. Он говорит, а вы мне хотя бы... На... Я говорю, нет, послушайте, я говорю, так, я говорю, подарок бы принял бы. Но я говорю, ну а так, извините, ну, не очень интересно. Он говорит, да, а вы оставите мне на чай хотя бы там рублей 200-100? Я такой, ладно, окей, короче, достал 100 рублей, я сказал, вот, держи, 100 рублей, спасибо, молодец. Вот. Я говорю, может быть, когда-нибудь зайду. Ну, потому что, знаете, я вообще ничего не планировал, а в этом магазине уши все расставили, понимаешь? Привет, мам. Уши все расставили, такие, да-да-да, там все начинает, там просто там настолько вот эти зомбирующие люди, понимаешь, что некоторые начинают верить в эту всю фигню. Короче, ну не со мной. Я сам... Хочешь кого? Раз это самое. Разведу. Так.
В общем, короче, такая вот история. Так, салатик мы покушали, теперь будем кушать борщ. Борщ с собой. Вкусный борщ, спасибо большое. Так что такая история. Я в клубе всего лишь был. Что кушаю? Кушал салат оливье. Сейчас кушаю борщ. И у меня еще осталось запеканка. Запеканочка. Запеканочка. Так что вот так вот. Так что вот такая вот история. Вот. Слушай, такой вопрос. А вот Черная пятница. Не лопну ли я? Не. В здоровом духе, здоровый аппетит. Тем более я сейчас. Я сейчас набираю массу. Вот. Хочу набрать массу. И это. Потом пойду в зал и потом пойду на единоборство. Я либо пойду на бокс, вот, либо на бокс, либо на кикбоксинг. Вот. Сейчас я уже ищу преподавателей нормальных. Вот. Мужчина должен заниматься таким каким-то спортом. Я хочу нормально, правильный удар поставить. Правильно это самое. Тем более я занимался футболом, у меня сильный, но хороший удар с ноги. Но я очень это всем интересно, да? Вот. И поэтому можно совместить и записаться на кикбоксинг. Там, в принципе, руки, ноги, на тайский бокс. Да вполне возможно, просто надо найти нормального преподавателя. Сейчас, через какое-то время, я пойду, в принципе, у меня, я достаточно жилистый, то есть, да, все это самое. И сейчас хочу понять, что мне именно нужно. Так что вот так вот. Так, ну давайте присоединим кого-то. Присоединим вот этого. Сейчас мы кого-то как присоединим. Так. Ну, присоединяйся. Не хочешь присоединяться? Нажали присоединить. А, о, здравствуйте. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Так, подождите. Ну что? Какими судьбами пожаловались, скажите? А? Я вас плохо слышу. Вас плохо слышно, поэтому... Алло. Поэтому извините. Виталька, здорово. Так, подождите, может быть... так лучше будет. Здравствуйте, здравствуйте. Так, давайте с кем-нибудь поболтаем немножко. Кто готов войти в эфир? Рассказывайте. Давайте с удовольствием с кем-нибудь потреплюсь. Так, вот приходит ко мне. Так, ну давайте попробуем. Давайте попробуем. Юлия Корнеева, официал. О, нифига себе, какая тут топовая страница. Раз официал написано, значит, много фейков. Сейчас, может быть, какая-то звезда будет. Юлия. Алло, Виталик, привет, дорогой. Здравствуйте. Как официально? Виталик, привет. Здрасте. А я хочу сказать, что ты талантливый парень, очень умный, интересный. Я за тобой наблюдал, ну, когда ты был на передаче, как она там, «Дом-2». Вот, я тоже с ТНТ-канал, с «Битвы экстрасенсов», 10 сезон. Вот, да-да-да, 10-й год, 10-й юбилейный сезон у меня был. Ты самый симпатичный, самый адекватный из всех ребят, которые там были. Вот, ты можешь такой же мозг, как и я. Я люблю... Немножко пропадаете? Немножко пропадаете. Надеюсь, это ненадолго. А можете ко мне Что? Чуть-чуть пропали. В свое время я знала всех диджеев клуба «Цепелин». Это было еще 20 лет назад почти. Так. Вот. Обожаю клубную музыку. Я вообще люблю хорошие клубы. «Дип Хаус» – моя любимая станция музыкальная онлайн. Да вот. Так что мы с тобой на одной волне. Я просто хочу выразить тебе респект. Спасибо вам большое. Вот очень приятно, безумно. Безумно, вот, все, да? Виталик, пока. До свидания. Спасибо. Вот. Короче говоря, друзьяшечки мои. Сейчас я. Очень приятно. Оп, у меня даже телефон не выдержал такой нагрузки. Вы слышали это? Ничего себе. Очень приятно. На самом деле я не могу себя, знаете, расценивать со стороны.
так это или не так, но, по крайней мере, было сейчас это приятненько, кстати говоря. Вот так. Чик. Так. Сейчас мы добавим, знаете кого? Сейчас мы добавим мисс Шерстяное лицо. Добавится, интересно, она сегодня к нам или нет? Ну-ка, интересно. Человек-загадка. Так, рядом с тобой, спасибо. А ты не думаешь на дом 2 вернуться? Нет, ребятушка, она меня. Спасибо, Юлия Корнеева. Низкий вам поклон. Очень приятно. Тебе, Витасик, приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита, спасибо. Официал Андреева. Спасибо. Вот. Мисс Шерстяное лицо, ты явно смотришь мою страничку сейчас. Незнакомая. Ладно, про тебя расскажу. Незнакомая одна. У нее, в общем-то, грубо говоря, образ. Образ, то есть девушка, которая закрывает лицо, собственно говоря, волосами. Вот, закрывает, это как бы фишка. Вот, это, скажем так, у нее, вот в этом она, в этом выделилась, скажем так, из толпы. Вот, и тем достаточно интересно. Она, возможно, сейчас здесь, может быть, нет. В телевидении, каналы там про нее показывали, РЕН-ТВ и так далее. Честно, мне нравятся люди такие, знаете, с творческим подходом. Я не в форме сегодня. Ну, спасибо за такую честь, вот, кстати, она ответила. Просто знаете, в чем вот прикол? Я сразу вспоминаю, вот, глядя на нее, есть такой проект музыкальный, Daft Punk, достаточно старый проект. Вот. И ребята, то есть, они славу, популярность получили только из-за музыки. То есть, да, они крутые, но ни лиц их никто не видел. У них спрашивали когда-то однажды в интервью, типа, ну, вы мировые звезды, там, в Грэмми получили, там, ну, очень много всего. Это самое, как у вас вообще дела? Он говорит, слушайте, а вообще мы закрываем лицо для того, чтобы мы такие популярные, мы такие крутые, чтобы можно было просто тупо зайти в ресторан, зайти на пляж, чтобы нас никто не узнавал. А как бы, ну, просто они взяли музыкой. Ну, все. Вот. Какие планы на 2019 год? Планы разобраться в первую очередь с квартирным вопросом. Привет, Кул Мэри. Кул Мэри. Мэри у нас в эфире, между прочим, поприветствую. Вот. У меня, короче говоря, просто момент один, что я, получается, так, сколько времени? Сколько времени? Сколько времени? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, сколько времени, нам нужно скоро открываться. Как, Виталь, как дела обстоят с работой в Питере? Так, как дела обстоят с работой? 14.37, нормально. Дальше. 20 минут. Короче, как с работой в Питере состоят дела? Слушайте, ну, в принципе, работа есть всегда. Если есть руки, есть ноги, есть голова, соображающая в правильном направлении. Вот. Что-то у меня зависает немножко. Ой, ребят, подвисало. Короче, ладно, до скорой встречи. У меня зависает, по ходу дела. Так, немножечко подвисло. Давайте продолжим. Кстати, есть партейка, если что, шахматы поиграть. Так что, кто хочет шахматы, пишите мне в директ, поиграем. Поиграем в шахматы. Так, давайте еще разочек пообщаемся. Пока я, значит, съедаю, которая мне не лезет уже, эта штука, запеканочка. Так, давайте скинем прямой эфирчик. Кто готов? Так, давай. Это, что делаем? Так.